ем. Девочки, сегодня я записываю видео, как и обещала, о том, как я сделала очищение перед началом своего похудения. Что я делала, какие продукты для этого использовала и какое у меня было самочувствие. А также сделаю такой небольшой обзорчик продуктов, которые я употребляю в период своего похудения. У нас имеется множество способов очистить организм, очистить шлаки. Я же прибегла, знаете, к уже проверенному, самому простому, но самому такому, я считаю, действенному способу. Я очищала свой организм, выводила шлаки, значит, при помощи обыкновенного кефира, который продается у нас в каждом магазине, и растительного масла. Рецепт совершенно простой. Берете 1 стакан кефира и столовую ложку растительного масла. Все это дело перемешиваете и на ночь выпиваете перед сном. Утром вы благополучно, как говорится, производите очищение своего организма. Я советую этот способ также тем, кто страдает у нас запорами. Очень действенный способ. Многие женщины, а также мужчины, испробовав единожды этот способ, просто-напросто избавились от этого недуга. Так что, если у вас имеются такие проблемы, то можете попробовать. И вы сами увидите, что этот способ очень простой, но в то же время эффективный. Очищение организма я проводила в пятницу, с пятницы на субботу. В субботу, как говорится, туалет был мой, так что, ну, зато очищение прошло благополучно. После очищения я, значит, до обеда пила только одну воду, больше ничего не кушала. А с обеда я уже, на обед я уже приготовила для себя супчик, я этот раз варила суп с крапивы, очень полезный, очень вкусный. Покушала и старалась в этот день больше ничего такого тяжелого я не употреблять в пищу, потому что очищение прошло, и надо было, чтобы мой организм, значит, как говорится, переварил то, что у меня еще осталось. Вот. Так что, девочки, очищение я буду производить хотя бы 1 раз в неделю. Это очень хороший способ. Я надеюсь, что он вам понравится. Он вам, как говорится, придется по душе. Потому что такой способ, и правда, он простой, но эффективный. Попробуйте. Также, мои хорошие, во время, значит, периода очищения, как я себя чувствовала? Ну, в принципе, я чувствовала себя нормально. Я даже стала чувствовать после очищения, знаете, какую-то легкость в организме. Мне, в принципе, было комфортно, мне понравилось. В субботу я, как уже сказала, значит, ранее, на обед покушала только суп с крапивы, а на ужин я, опять же, выпила кефир, но уже пила кефир вот такой, биоактивный кефир с добавлением черники. Очень вкусная вещь вообще, мне очень понравился. Продаются также с добавлением клубники, со злаками. Вот буду, значит, пробовать каждый вид этого кефира в течение всей недели. Допустим, сегодня попила я с черники, к примеру, завтра могу себе позволить с клубникой попить. Хороший кефир, вкусный кефир, так что тоже вам советую. Продается он, мне кажется, во всех магазинах. Так что не бойтесь, как говорится, покупайте, пробуйте, экспериментируйте, вот как делаю это я. Так, девочки, что я, значит, еще себе прикупила, хочу вам вот показать. Прикупила я этот раз себе вот такие хлебцы, хрустящие гречневые ржаные хлебцы. Называются они вообще-то гречневые. Вкус мая, натуральный продукт. Первый раз такие взяла, еще не пробовала. Хочу, кстати, сегодня вот сейчас на ужин приготовлю себе хлебцы с творогом. Я, кстати, уже делала, у меня есть видео. Кстати, будет ссылочка под видео. Если вам
захочется посмотреть, как я готовлю такие хлебцы с творогом, то пройдете по ссылочке, и вы рецепт увидите. Также, значит, сегодня я купила курагу. Вот такая, значит, курага. Буду ее добавлять в каши. И на перекус, знаете, тоже можно съесть там 3-4, как говорится, штучки. Купила пакетик чернослива. Это все я взяла для утренних каш. Утренних или вечерешних. Как у меня, знаете, будет настроение или утром скушать кашку, или вечером. Я ее буду готовить, кашу, естественно, без сахара. Буду добавлять вот сухофрукты. А также купила вот такой, значит, желтый изюм. Белый, как он считается, изюм. Он без косточек. Изюм сладкий. В общем, как я уже сказала, буду готовить каши. И вот эти три ингредиента, значит, курага, чернослив и изюм, я буду добавлять в каши. Кстати, будет очень вкусно и полезно, и сытно. Так что вам рекомендую тоже. Ну, а также я еще беру для себя киви. Я их люблю. И с удовольствием, как говорится, позволяю себе скушать. Но киви я кушаю нечасто. Ну, хотя бы раз в неделю я себе позволяю скушать киви. От бананов я отказалась, хотя, знаете, как мне сказал врач-диетолог, что на правильном питании, если уж так сильно любите бананы, то можно один банан скушать хотя бы пару раз в неделю, но не более одного банана. Но я решила отказаться. Вот вчера девочке я пекла торт, молочная девочка. Там именно начинка у меня шла бананы и киви. Но знаете, честно вам скажу, маленький тоненький кусочек тортика я все-таки скушала. Ну как же так приготовить и не скушать тортик? Ну совсем маленький, вот совсем такой тоненький, знаете, скушала, растягивала его, растягивала с чаем, с молоком пила. И ой, до того было это все вкусно, конечно. Но зато сегодня утром я после этого тортика, значит, качала пресс. Качала очень долго, верхний и нижний пресс. И прыгала еще на скакалке. Значит, мои результаты, вот считай, пятница, суббота, воскресенье, сегодня у нас понедельник. Сегодня у нас четвертый день, значит, моего такого активного марафона похудения. У меня, значит, на весах было минус всего 300 грамм. Так что, как видите, вес пока не уходит активно. Ну, в принципе, еще и дней-то было совсем у меня мало. Но я надеюсь, что у меня все получится. Ваша поддержка мне очень важна. Всем спасибо за поддержку. Всем спасибо за то, что вы меня подбадриваете. И девочки, и мальчики. Я вас всех очень люблю. И хочу вам сказать, что вот именно ваша поддержка, она, как говорится, дает мне такое настроение, воодушевление, что я готова, знаете, не сойти этот раз с пути, готова идти к намеченной цели, так ровненько. Я очень рада, значит, что вы меня поддерживаете. Но на сегодня у меня все. Да, хотя я еще, знаете, хотела вам сказать, что я с завтрашнего дня еще займусь бегом. Я пока еще не бегала. Вот, займусь еще бегом. Не знаю, насколько, значит, меня хватит, чтобы пробежаться. Ну, постараюсь, как говорится, побольше, подольше. Ну, а так я занимаюсь ходьбой. Я вот уже рассказывала, что я хожу, значит, на работу. Выхожу на остановки, за две остановки до своей работы, иду пешком. Также обратно. Вот это все-таки тоже для меня какой-то плюс. Если вы худеете, я за вас тоже очень рада. Я желаю всем худеющим хорошего настроения, легкого похудения. Девочки, легких вам отвесов, и чтобы вес не возвращался. Ну, на этом у меня сегодня все. Такое небольшое коротенькое видео с небольшим обзорчиком продуктов для похудения, которые я прикупила для себя. Я с вами надолго не прощаюсь. Надеюсь, что завтра мы с вами вновь увидимся, потому что я решила сейчас видео записывать. Чем чаще, тем лучше. Буду с вами делиться, значит, своими успехами, своими неудачами, если они у меня будут, возникнут. Но пока идет все у меня хорошо, пока все идет гладко. Также, девочки, не забывайте обязательно пить воду. Не забывайте.
Я вот на сегодняшний день, сейчас у нас уже вечер, 9 час, я, можно сказать, уже выпила 1,5 литра воды. Где-то у меня еще осталось, может, 1,5 стаканчика, но я сегодня их допью. Так что, девочки, похудение продвигается. Всем пока-пока, всех вас люблю. Ловите от меня воздушные поцелуи. До скорых встреч, завтра вновь с вами увидимся. Завтра я вам расскажу о своих достижениях. Завтра встану на весы, и, возможно, мой вес еще хоть на грамм 100, но снизится. Удачи! С вами была ваша Хелена.